Друзья, всем привет! Вы на канале Сан Саныча. Пришла мне очередная посылка с AliExpress. И будем сегодня делать распаковочку маленькую. Посмотрим, что же у нас там приехало. Сейчас вскроем пакет. После чего я посмотрю данные о посылке. То есть, что же у нас пришло, сколько дней шло. Какая цена. Так, я, кажется, догадываюсь, что это. Многие, наверное, тоже догадываются. Ладно, пока оставим. Здесь у нас ничего нету больше. Хотел еще отметить, что снимаю с другого ракурса и снимаю с неподвижной камеры. То есть сейчас я снимаю с того монопода, который вот недавно мне пришел. Надеюсь, что я вам это видео уже показал с распаковочкой. Пришел мне монопод из Китая. Недорогой, за 700 рублей. Алюминиевый, метровый. Так, а это, как вы можете догадаться, конечно же, спички. То есть вот он черкаш, вот она коробочка. Вот они, спички. Спички были недорогие, я их взял на пробу. Не скажу, что они мне нужны как первая необходимость. Просто захотелось даже не потестировать, а просто чтобы были в хозяйстве. Ну что ж, друзья, я посмотрел данные по заказику. То есть шла посылка 34 дня, и стоили эти спички 42 рубля. То есть их там штук 20. Где-то 2 рубля за спичку. Стоит, не стоит покупать, не знаю, я не буду советовать. То есть я их взял просто попробовать, как они будут гореть. И, допустим, в тех же магазинах, сетях, Лента, Ашан, то есть и нередко продаются такие же спички там для дачи, которые стоят, по-моему, те же деньги. То есть я попробую, конечно, зажечь. Что там у нас получится? Спичка хлюпкая достаточно, то есть горящего элемента много, а самой спички мало. Она, наверное, еще горит в воде у нас. Зажглась легко, потухла быстро. Несколько секунд, в принципе, вы видели. Какого-то неприятного запаха нет, но химический запах, конечно, есть. Покупать, не покупать, не знаю. Сравним с ашановскими, с лентовскими спичками. И, возможно, в будущем покажу, сделаю еще видео. Все, товарищи, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жду вас в комментариях.